раздражен последними неудачами, то ЦСКА в последнем питерском матче 97-го года заранее было жалко. Если же кто-то сомневался в том, что СКА чертовски зол, то вскоре Максим Соколов, обиженный московским... Оригинально, не правда ли? Как-то, правда, неловко, что в спину. Мог бы сначала хоть по плечу постучать, что ли. Но, во-первых, не в спину, а в ухо, а во-вторых, в общем-то, за дело. Впрочем, вернемся к хоккею.